Всем привет, ребята! Мы сегодня распакуем вот такую штуку. Ребята, всем привет! Это армейская еда. Здесь у нас, ну, конечно, не папа такое не ел в армии, но мы узнаем сейчас, может, что-то есть там. Нет, я такое ел, да, я скажу, а ты потом будешь комментировать. Я такое ел в армии, 9-10 год я служил. Это сухпайок армейский, настоящий. Ну, тогда были другие, но очень тогда был вкусный, мне очень нравилось. Сейчас мне сделали подарок, подарили мои знакомые друзья. Вот такой вот сухпай. Там человек военный, и у него вот подарил мне вот такую штуку. Вот. Сейчас я скажу, ты будешь. Мы сейчас его распакуем, посмотрим, что там есть, какие вкусности, и все вам покажем, расскажем. Вкратце я прочитаю. Армия России. Индивидуальный рацион питания не для продажи. Изготовители: Грязинский пищевой комбинат, Липецкая область, город Грязи. Так, вариант комплектования тут еще есть. Номер 7. Не знаю, что это значит. Сейчас посмотрим. 7. А, ну это самый крутой, походу. Так, это самый крутой, самый мощный. То есть там, наверное, есть все, это намного. Состав рациона питания, пищевая ценность питания и так далее. Так, так. Масса 2,1 килограмма. Срок годности 1 год. Так, ну вот и все. Открываем, да? Давай. Посмотрим. Да, для начала надо открыть, чтобы посмотреть. Так, подожди, не спеши. Папа, я не спешу, там же паштет. Там очень много. Там паштет еще виднеется. Паштет. Так, открываем. Паштет вот очень вкусный, походу, да? Печеньки. Еще тут паштет, что ли? Да, так, паштет. Ничего нету. Паштет. Здесь много, очень много паштетов. Ну давай по порядочку, не спеши. Давай. Давай ты мне будешь давать, я буду читать. Давай. Так, первый лот у нас — икра из овощей, из баклажанов. Короче, баклажанная икра. Второй паштет. А, это не паштет, это пюре из яблок у нас. Пюре из яблок. Далее у нас паштет печеночный. Вот такой поменьше. Папа, я не знаю. Ой, я когда их пробовал в армейке, очень вкусно. А это спички, я как-то понимаю. Это набор спичек, которые горят, наверное, везде. На случай там дождя, ветра и так далее. Чтобы можно было. Там же горелка будет. Сухое горючее. Сейчас мы придем к этому. Жевательная резинка. Вот в такой вот камуфляжной упаковке. Со вкусом мяты и ментола. Так, это у нас что? Это у нас фруктовая свежесть, концентрат для напитка сухой. Ну, то есть, типа юпи, знаете, как раньше было? Да, только юпи вкусный, я пробовала, это очень вкусно. А когда ты, где ты пробовала? Ну, в Яруге там у бабушки ездила, там мальчики мне сделали. Вкусно было. Короче, напиток растворимый. Юпи. Так, чай. Королевский слон. Королевский слон. Черный чай. Тут даже черный чай. Тут очень много печенья. Так, это называются багеты армейские. Армейские галеты, то есть багеты. Здесь их очень много. Зеленые, синие звездочки тут есть. Первый сорт. Ну, короче, синенькая упаковка и зелененькая. Три ложки. Три ложки вот таких вот. Угу. Так, еще один паштет нежный. Паштетов много. Еще паштеты. Так, подожди. О, это вообще бомба. Шпик соленый. Вы представляете, ребят, как в армии сейчас. Ну, я не знаю, вкусно это или не это вкусно. Очень это вкусно. Это папа знает. На, еще. Подожди. Ага. Сыр плавленый. Очень большой вообще. Тут можно наесться, я, наверное, не знаю. Но это сухое горючее, чтобы разогреть армейскую, кто служил в армии, металлическую эту кружку. Мы тоже разогреваем. И поджигать надо вот этими спичками. Им пофигу ветер, вода, снег. Так,
Еще у нас сухие напитки, 2 штуки. Есть такое дело. Так, далее. Что это такое? Сахар. Сахар. И еще раз сахар. Тут очень много сахара. Больше всего здесь паштет. Подожди, сколько сахара? Давай сразу достанем. Да. Ну, пока 3 сахара вот таких массивных. Так, дальше. Салфеточки. Какая-то шоколадка. Баунти, что ли? 3 салфетки. Так, это название офицерский. Молодец. Офицерский. Это, ребят, офицерский шоколад горький. Такая шоколадка. Ну, я горький не очень люблю, но я больше сладкий. На. Так. Еще один чай слон. Мясо с зеленым горошком и морковью. Наверное, бомба. Представляете, ее разогреть, если? Когда она будет шкварчать, очень будет вкусно. Да, я знаю, что я уже возьму на рыбалку. Каша рисовая с говядиной. Интересно, сколько она стоит? Я сейчас зайду в интернет, я не смотрел, сколько стоит. Но если он стоит в пределах разумного, взял на рыбалку и не заморачивайся. Все есть. На охоту, на рыбалку. Тефтели из говядины. Это что такое жиденькое? Это мы жиденькое посмотрим. Повидло яблочное. Можно я это съем? Я люблю повидло. Это тебе, да. Так, кофе. Кофе растворимый. 2 грамма. Так, тут еще осталась вот такая штука и 2 штуки каких-то. Сливки сухие, быстро растворимые. Это с кофе. Так, это какая-то штучка, не знаю, что это. Перец молотый, черный. Это таблеточка. Поливитаминный минеральный комплекс. Витамин В какой-то или что это? Какая-то таблетка тут. Не знаю, что это. Может, там для пищеварения. Так. А это еще какая-то таблетка. Еще какие-то тут 2 таблетки. А ну-ка. 3 таблетки еще. Не знаю. Так, какая-то вот. Штучка. Подожди. Тут, короче, на все. Тут ярлычок есть такой. И на все. На все как бы наименования срок. Дата изготовления стоит. Год. А вот это салфеточки. И еще мне мамочка вот такой вот. Ну подожди, мы не закончили. Сейчас, секундочку. Это не надо, твоя игрушечка, это тебе. Это же здесь мы его покажем. Это список, инструкция. С использованием галеты армейские. Всего в сутки 100 грамм, завтрак 50 грамм. Короче, это распределение продуктов и приема пищи, индивидуальный рацион на одного человека в сутки. Я ничего не понимаю. Это надо читать. Так, ну что, подведем итог. Стоимость я не знаю. Кто знает, напишите примерно, сколько стоит такой у вас там в вашем городе паёк. Кто такой уже ел. Вот, а так, спасибо, что смотрели нас на распаковке. Всем пока.